читайте в свежем выпуске газеты «Ангарские ведомости». Возвращение на круги своя. В Ангарске завершается установка колеса обозрения. Гость номера – Наталья Беспалова. Впервые численность бездомных животных пошла на убыль. Как стать волонтером фонда «Право на жизнь»? Территория. Жителями гетто отпраздновали 75-летие поселка. Как его история связана с космонавтом Юрием Гагариным? Где в Ангарске заработали цветные фонтаны и когда достроят городскую набережную? Журналист меняет профессию. Один день с социальным работником в репортаже Ирины Бритовой. Ангарские ведомости пишут о вас, пишут для вас.